миллионы лет назад в результате мощных тектонических процессов над поверхностью вод Тихого океана возник кусок суши. Из разлома в земной коре выплеснулась лава. Море закипело, в небо взметнулся огненный столб и тучи водяного пара. Так появились Гавайи. Архипелаг возник в буквальном смысле посреди океана. На земном шаре нет другого скопления островов, которое было бы так удалено от континента. Покровительницей Гавайских островов считалась Пеле, богиня огня, которую постоянно преследовала соперница, богиня моря. Пеле скрылась от нее в недрах земли и время от времени напоминала о своем существовании, выбрасывая из вулканических кратеров лаву и горящие камни. Вдоль маршрута Ваймеа Каньон Драйв расположено множество смотровых площадок. С каждой из них каньон предстает в ошеломляющем виде, всякий раз открывая свои новые удивительные черты. Джунгли, заполнившие пространство между стенами ущелья, представляются непроходимыми для простого смертного. Так, по крайней мере, это выглядит сверху. На самом деле здесь есть несколько тропинок, по которым без особого труда можно спуститься на дно каньона. В зависимости от времени суток и положения солнца на небе, стены ущелья приобретают разные оттенки. Из оранжевых они делаются красными, а затем темно-коричневыми. Эта палитра становится еще богаче, когда к игре цвета присоединяются облака и серебристые отблески многочисленных водопадов, ниспадающих в каньон. 240 метров водопада Вайпо, зрелище которым можно полюбоваться с точки Ваймеа Каньон Лукаут. Ваймеа Каньон Драйв кончается у смотровой площадки Калалау Лукаут. Здесь нас ждет достойный финал путешествия. Долина Калалау, обрамленная отвесными скалами, поросшая густыми джунглями, неожиданно уходит в океан с высоты 1200 метров. Нашему взору открывается новая панорама. В сердце Кауаи стоит гора Вай-Але-Але. У ее подножия простираются непроходимые болота Алакай. Постоянные дожди приносят рекордное количество влаги – 12 тысяч миллиметров в год. Это делает полноводными все реки на Кауаи. Со смотровой площадки Пуу-О-Кила мы окидываем прощальным взглядом сказочное побережье на Пали. Помимо самого крупного каньона, самого красивого пляжа на Тихом океане и самого дождливого участка земли, Кауаи может похвастаться еще кое-чем самым-самым. Например, самым большим на архипелаге количеством песчаных пляжей. Их здесь 43. Кауаи – то, что надо и для любителя позагорать, и для серфингиста.
не менее чем доска для серфинга, характерна для Гавайев и традиционная весельная лодка. Лодки строятся по старинному образцу, передающемуся из поколения в поколение. Мастер Кауна Калаивоа должен быть знаком не только с техникой обтесывания дерева, но и с древними ритуалами. Без них никуда. Ни одна лодка не может выйти в море, пока не будет наделена душой. В противном случае она, как говорится, не держалась бы за море, не взлетала б на волну. У древних королей были целые флотилии, состоящие из тысяч таких лодок. На солнышке, вызывая ажиотаж туристов, греются гавайские тюлени-монахи. Это единственный вид тюленей, который круглый год живет в тропическом или субтропическом поясе. Примерно в 50-е годы прошлого века им угрожало вымирание, но, к счастью, популяцию удалось увеличить. Сегодня она насчитывает около 1200 голов. Вместо меха – твердый панцирь. Другие обитатели пляжа – зеленые черепахи. Они также относятся к исчезающему виду и, подобно монахам, находятся под строгой охраной. А вот популяции туристов, похоже, ничего не угрожает. Они в огромных количествах оккупируют пляжи на побережье Поипу, в южной части Кауаи. Сразу же за пляжем расположен Кияуна Резорт – гостиничный комплекс на месте бывшей плантации сахарного тростника. Она перестала окупаться в 60-е годы прошлого столетия вместе с падением цен на сахар на мировых биржах. Однако Поипу не пришел в упадок. Наоборот, пользуясь своим выгодным положением, городок моментально переориентировался на обслуживание туристов. Отели утопают в море зелени. Здесь растет более 3000 видов экзотических цветов. Очень много в этом саду и кактусов. На старых фотографиях, которыми увешаны стены отеля, отображено, как начиналось их разведение. Культивировать кактусы начала Александра, внучка сахарного барона Вальдемара Кнутсена. Свой кактусовый сад она назвала в честь любимого мужа Гектора Мойра. Сахарный тростник на Гавайях стали выращивать не англичане или американцы, как можно было бы предположить, а полинезийцы, и всего лишь 1000 лет назад. Плантация в Калоа на юге Кауаи возникла в 1835 году. Первые 2 тонны сахарного тростника были проданы за $200. Интерес возник молниеносно. Экспорт стал приносить весомые доходы. По мере того, как разрастались плантации, рос спрос и на рабочую силу. Работников привозили главным образом из Азии, Китая, Японии и Филиппин. До 60-х годов 20 века выращивание сахарного тростника было главной отраслью гавайской экономики. Когда в Калое была закрыта последняя мельница, моловшая тростник, актуальным стало выращивание кофе. Кофейное общество Кауаи, основанное в 1986 году, потеснило магнатов сахарного тростника и орехов макадамия. В 1989 году кофейное общество Кауаи было уже главным поставщиком кофе на американском рынке. В 1997 году было заготовлено почти 2000 тонн кофейных зерен. В маленьком музее, посвященном популярному напитку, туристы могут познакомиться с тайнами выращивания и обжаривания кофе.
не обойтись и без дегустации. На Гавайях плоды кофе растут не на кустах, а на маленьких деревцах, которые живут до 100 лет. Красные плоды кофейного дерева созревают около 9 месяцев, затем их начинают собирать. Вулканические почвы и климат идеально подходят для разведения кофейных деревьев. С одного деревца собирается количество зерен, из которого можно сварить от 40 до 60 чашек напитка. Чтобы получить зерна на килограмм молотого кофе, необходимо обеспечить растению 150 литров воды. Кофейное дерево, как и сахарный тростник, требует огромного количества влаги. И если в окрестностях Вайи-Али-Али с этим нет проблем, здесь выпадает 12 тысяч миллиметров осадков в год, то на юго-востоке острова плантаторы ощущают дефицит влаги. Недостаток воды расставляет приоритеты в ее использовании. С того времени, как туризм стал главным источником дохода, выгоднее стало заполнять водой бассейны отелей и поливать поля для гольфа, чем гнать ее помпами на плантации сахарного тростника. С каждым годом плантаций становится все меньше и меньше. Зато туристические центры переживают период расцвета, такие, например, как Принцвилл Резорт на северном побережье. Самый крупный туристический комплекс на Кауаи, занимающий 40 гектаров земли, зарабатывает не только на ночлеге и питании туристов, но и на прокате спортивного снаряжения и продаже сувениров. Центр комплекса сосредоточен в элегантном одноименном отеле. Конкуренцию внутреннему убранству может составить разве что вид с террасы на залив Ханалей и горы Намалакама. Размеры гостиничных комплексов обратно пропорциональны скромной площади острова. Она меньше, чем территория, скажем, Лондона. Цены на землю и недвижимость растут с астрономической скоростью. Подобным образом дело обстоит и со строительными материалами, которые нужно везти из-за океана. Кауаи пользуются все большим интересом у инвесторов. Их не смущает, что остров находится в полосе тропических ураганов. В 1992 году очередная буря уничтожила или нанесла значительные повреждения более чем половине зданий. Вайлуа-Нуи-Хуано. Большая священная река Вайлуа. Название передает то поклонение, которым окружали Вайлуа аборигены. Вдоль берега проходит храмовый путь. От храмов осталось лишь воспоминание. Чтобы узнать, как выглядела жизнь в давние времена, мы можем посетить скансен Камокила. Помимо жилых домиков, здесь есть объекты иного значения, так называемый родильный дом, зал собраний и даже эшафот. В устье Вайлуа находится кокосовое побережье. Здесь жили древние правители Кауаи. Прекрасно чувствовал себя здесь и один из современных королей, король рок-н-ролла Элвис Пресли. Любители винд и кайтсерфинга ждут ветра и высокой волны. Здесь идеальные условия для скольжения по волнам. Одни дают порывам ветра унести себя вдаль, а другие напрягают все силы, чтобы побороть стихию. Северный мыс Кауаи атакуют ветры и волны.
Но эти условия не пугают многочисленных наблюдателей за птицами. На 65-метровой скале возвышается маяк. Построенный в 1913 году, он снабжен одной из самых больших линз в мире. Ее свет видно на расстоянии 140 километров. Внимание орнитологов приковывают фрегаты и красноногие глупыши, которые гнездятся в скалах. И вновь зеленый облик острова, фруктовые плантации на северном побережье. Зеленят эти места и поля риса. В долине Ханалеи его с успехом растят китайские иммигранты. Заливные поля используются также для выращивания национального продукта – колоказии. Клубни, подобно рису, растут на Кало-Лои, то есть затопленных полях. Половина общего урожая происходит именно с Ханалеи. У этого растения съедобны и клубни, и листья, и стебли, богатые витаминами и минералами. Построенный в начале минувшего века узкий мост Ханалеи давно уже закрыт. Заржавевшие опоры ограждают значительную часть долины Ханалеи от наплыва туристов. Залив Ханалеи тоже сохранил первозданную красоту. Ханалеи означает «место, где плетутся леи». И действительно, цветов для традиционных гавайских гирлянд тут предостаточно. Яркими красками привлекают также фасады баров и ресторанов. В более скромные тона окрашена церквушка Вайоли Хуия. Последний песчаный пляж на побережье Ханалеи – Кее-Бич. К западу в лагуне, образованной коралловым рифом, из моря торчат острые скалы. Следующий остров на нашем пути – Мауи. Он также в почете и у любителей пляжного отдыха, и у серфингистов.
Мауи – второй по величине и по старшинству остров Гавайев. Это также наиболее популярный после Оаху туристический центр. Бесконечные песчаные пляжи – главная приманка для отдыхающих, число которых свыше 2 миллионов человек в год. Туристов привлекает и разнообразие здешних пейзажей. Хана-Хайвей вьется сотнями зигзагов через густой тропический лес вдоль крутого северного побережья. За каждым поворотом открывается новый ошеломляющий вид. Неудивительно, что путешественники поминутно останавливаются, и на преодоление 80-километровой трассы уходит порой целый день. Не только пейзажи, но и погода меняется, как в калейдоскопе. Хмурые тучи во мгновение ока могут скрыть ясное небо. В маленьком, расположенном вдали от цивилизации местечке Хана, можно ощутить подлинную атмосферу Гавайских островов. В нескольких километрах к югу от Ханы мы находим прекрасные водяные каскады Охео-Галч. В отличие от лесистого севера, южная и юго-западные части острова выглядят довольно скромно. Над горным массивом Халиакала редко собираются грозовые тучи, поэтому зелени тут маловато. На пляжах Южного Мауи жизнь бьет ключом. Беззаботное настроение несколько омрачает лишь вид грозного вулкана вдали. 10-километровый Кие-Бич – самый длинный песчаный пляж на Гавайях. С севера его омывает залив Маалеа. Порт в заливе служит исходной точкой для дальних вылазок в море как рыбаков, так и прогулочных яхт. Однако даже не имея своего корабля, можно познакомиться с секретами океана. В заливе Маалеа действует океанический центр Мауи. Коралловый риф поражает богатством цветов и разнообразием форм жизни. Лениво, будто в невесомости, движутся в голубом пространстве скаты. Неутомимо снуют акулы. Вглубь гигантского аквариума, содержащего более 2 миллионов литров морской воды, мы попадаем через сверхпрочный акриловый тоннель. Кристально чистая вода и прекрасное освещение создают иллюзию подводного путешествия.
Еще интереснее на палубе этого судна. Мы плывем в те воды у побережья Мауи, где зимуют горбатые киты. Могучие 18-метровые и 45-тонные морские млекопитающие приплывают сюда в конце ноября и остаются до апреля. Теплая вода больше всего благоприятствует их брачным союзам. После рождения малышей гиганты возвращаются на север, к берегам Аляски и Чукотки. К сожалению, в результате многолетней охоты популяция горбатых китов сокращается. Первоначально в северной части Тихого океана их обитало около 18 тысяч. В окрестности Гавайев на зимовку приплывает едва ли 1500 животных. Недавно охота на китов была запрещена, и их популяция постепенно начала расти. Порт Лахаина на западном побережье Мауи. В середине 19 века здесь находилась главная база американских китобоев. Сегодня сюда заходят лишь яхты да экскурсионные кораблики. После выматывающей охоты китобои любили повеселиться. Когда они блуждали в поисках рома, женщин и повода для драки, жители местечка баррикадировались в своих домах. Лишь миссионеры положили конец разбою и разврату, введя поистине полицейский режим. Но мариманы не сдались просто так. Они обстреляли из орудий дом администратора Уильяма Ричарда за то, что тот не дал им хорошенько повеселиться. На Фронт-стрит, где некогда размещались оружейные лавки и притоны, сегодня процветает искусство. В более чем 40 галереях можно полюбоваться произведениями не только местных художников, но и мировых знаменитостей, таких как Дали, Миро или Шагал. Романтика тропических морей, запечатленная на холсте, продается так же хорошо, как и живая, с гамаками, пальмами и шикарными отелями. Каанапалу к северу от Лахаины осаждают орды туристов. Прославленные сети отелей, такие как Хаят, Шератон или Мариот, не волнуют архитектурные амбиции. Самое главное, чтобы в отеле поместилось как можно больше гостей. Межбетонных колоссов бессмысленно искать романтический дух Гавайев, как на этих плакатах. Для одних этот дух заключен в фольклоре, для других – в сувенирном магазинчике. Большинство отелей приветствует своих гостей традиционной цветочной гирляндой, леи, и напитком. После этого обязательного ритуала вновь прибывших приглашают на пир, который называется луау. Традиционные луау в честь рождения ребенка, свадьбы или нового вождя племени продолжаются порой 3 недели без перерыва. Их без преувеличения можно назвать праздником живота. Луау для туристов кончается в тот же день к вечеру, зато его сопровождают дополнительные развлечения. Обучение танцу хула и ускоренный курс плетения цветочных гирлянд.
Главное блюдо луау – печень поросенка, подаваемая со сладким картофелем и гарниром лау-лау. Все блюда готовятся в земляной печи иму. Благодаря голливудским фильмам полинезийский танец хула стал известен всему миру. Хула – это радость жизни в духе алоха, любви ко всему живому. Американские фильмы сделали хулу довольно тривиальной. Для коренных жителей она была чем-то большим, чем просто танец. Прежде чем миссионеры ввели на островах письменность, хула успешно ее заменяла. В хореографии были скрыты не только эмоции, но и целые повествования, легенды, история племени, рассказы об исторических событиях. Танцовщицам под угрозой смерти было запрещено импровизировать и менять порядок танца. Это как бы делало фальшивой всю историю народа. Традиции танца хула похоронили христианские колонизаторы, запретившие его как неприличное языческое действо. Дорога, обозначенная номером 340, вьется серпантином вдоль изрезанного северо-западного побережья. Зеленые горные склоны, отвесно падающие к морю, напоминают суровое побережье Шотландии или Ирландии. Из моря вырастает скала Кахакуоли, почти 200-метровой высоты. В тени высокого бога притулилась маленькая деревушка, названная тем же именем. В эту деревню массовый туризм еще не добрался. Силуэт Халиакалы виден издалека. Заснувший вулкан, сформировавший остров Мауи, вознесся из морских глубин почти миллион лет назад. По крутой дороге ползут автобусы, нагруженные горными велосипедами. Съезжать велосипедисты будут уже собственными силами. Мероприятие под лозунгом «На велосипеде с вулкана» уверенно можно назвать экстремальным. После 3000 метров сумасшедшей езды тормоза велосипеда так разогреваются, что, прикоснувшись, можно получить ожог. Крутизна Халиакалы привлекает и любителей верховой езды. Вместо двух колес – четыре копыта, седло и узда. Густой туман не облегчает подъем. Халиакала, согласно древним гавайским верованиям, была местом обитания солнца, покоренного богом Мауи. Древняя легенда гласит, что солнце передвигалось по небу так быстро, что мать Мауи не успевала высушить платки после стирки. Мауи решил навести порядок. Из волос своей сестры он сплел длинную веревку, в петлю которой поймал светящийся шар. Чтобы освободиться, солнцу пришлось дать обещание двигаться по небу медленнее.
Таким образом, Мауи обеспечил человечеству длинные дни. После геройского поступка Мауи вулкан был назван Халеакала, дом солнца. Светило послушно дарит лучи и собственному жилищу, самому большому кратеру в мире. Его глубина более 800 метров, ширина 4 километра, а длина более 12 километров. Здесь можно почувствовать себя последним человеком на Земле, о котором Всевышний забыл в день страшного суда и который потерялся на вершине, соединяющей Землю с небом. Ты словно осколок мира, переставшего существовать. Судя по этим словам, вид Халеакала произвел на Марка Твена неизгладимое впечатление. Склоны Халеакала неожиданно полны жизни. Среди прочих, здесь есть растение, которое встречается только на Гавайях, и то всего в нескольких местах. Эндемическая ахинахина, которая зовется также серебряным мечом, живет 25 лет, при этом расцветает лишь один раз, выпуская сотни цветов из единственного стебля. Постепенно туман с моря окутывает склоны вулкана. Светило выполнило дневную норму и собирается скрыться в своем кратере. Последний акт волшебного спектакля. Лучи заходящего солнца раскрашивают в десятки цветов вулканические острова посреди океана. Земной рай, возникший из преисподней. Audio Jungle.